чего начинается идеальное утро? С фреша, кексиков и йогурта. Машка еще в номере, а я пытаюсь сделать завтрашний ее день еще круче. Надеюсь, она не посмотрит эту историю. Без комментариев. Видела дельфинов? Что они тебе сказали? Сказали, вот я есть. Даже дельфины. Дельфинчики, дельфинчики. Просто на пляж. Мы катаемся на великах. Остановились перед отдохнуть и посмотреть на закат. До заката еще немножко рано, но мы все равно отдыхаем. Домой нас не украли, и мы хотим кушать. Нас все время пытаются украсть и угостить нас чем-нибудь покушать. Маша спит, она устала. Шарик обнимает Машу. Лопнет шарик же сейчас. Отдай маме шарик. Это на троих! Но это не мне, но у меня, да.
приносит, и приносит. Мы сейчас заведение не заказывали ни разу, тут вино ни разу. Да, мы ни разу не заказывали. Слов не выучила до сих пор. Ну как же в день рождения без торта? Машке принесли тортик. Просто узнали, что у Маши день рождения начался уже. И презент от ресторана. И пригласили еще потом. The end. Не конец. Снимите это с меня, чудовище. Она мне не дает спать. Она меня не любит.